Компания «Промкомплект» предлагает насосные станции, системы водоочистки, краны шаровые, циркуляционные насосы, термомонометры, счетчики бытовые, трубы и фитинги полипропиленовые. «Промкомплект» – все для водоснабжения и отопления в доме. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект», Монтажников 1, телефон 75 15 85. Главные новости среды, 13 апреля, в программе «Наше время», в студии Юлия Гафарова. Здравствуйте. Липовые банковские гарантии и пропавшие 30 миллионов рублей. Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении директора компании «Автопортал». Именно эта организация должна была возвести несколько домов для сирот и переселенцев из аварийного и ветхого жилья. Но программа оказалась сорвана. Сегодня в прокуратуре прокомментировали скандальную ситуацию. Все подробности у Юрия Мишенина. Ситуация действительно патовая. Деньги федеральные, областные перечислены, квартир нет. Прокуратура выявила новые факты в деле компании «Автопортал». Именно она выиграла конкурс на строительство жилых домов в Оренбурге для сирот и переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Стоимость контрактов более 150 миллионов рублей. Но очередные проверки показали, компания «Автопортал» вовсе не могла победить в муниципальном конкурсе. Во-первых, она никогда не занималась строительством, а во-вторых, документы, которые представили руководители «Автопортала» в администрацию города, оказались фальшивые. Были заключены муниципальные контракты. Они были обязаны предоставить банковские гарантии. У этой фирмы оказались поддельные банковские гарантии. Ну, следующий вопрос к администрации города, который, я надеюсь, даст свою оценку в рамках в ходе расследования уголовного дела предыдущего в отношении должностных лиц администрации. Как они подписали эти банковские гарантии, не изучили, что они были поддельные. Естественно, спросят и с руководства «Автопортала» и про липовые банковские гарантии, и про 30 миллионов рублей, которые город им перечислил, но которые со счетов ушли. Проверка совместно с налоговой инспекция показала, что да, деньги были перечислены, но в какой-то момент они были просто сняты со счета. Эта сумма свыше 20 миллионов рублей обналичена сторонней организацией. И сумма свыше 10 миллионов рублей в разное время. Так что дел сразу несколько. Собственников компании «Автопортал» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, а чиновников города в не менее крупной халатности, которая привела к срыву социально важной программы. Факт переселения из аварийного жилья, у нас практически программа сорвана. Из 869 человек переселено только 2. Юрий Мишенин, Дмитрий Примачек. «Наше время». Отопление в квартирах оренбуржцев отключат, когда на улице станет по-настоящему тепло. Пока плюсовые температуры держатся всего несколько дней. И в городской администрации поясняют, отключить батареи планировали уже в эту пятницу. Но в ситуацию может вмешаться погода, идет похолодание, и тогда те горожане, которые сейчас жалуются на жару в квартирах, могут начать жаловаться на холод. Действительно, 25-24 там ожидается похолодание до 0 градусов. Поэтому будем смотреть на ситуацию. Особенно это актуально для школьных учреждений, для детских садов, где маленькие дети там ходят, допустим, по полу. Это очень важно. Соблюдение соответствующих требований температурных в помещениях, где они находятся. 17-летнего Владимира Санкова, пропавшего в декабре прошлого года, нашли мертвым. Тело молодого человека обнаружили сегодня ночью вблизи поселка Марьевка в Октябрьском районе у реки Салмыш. На него случайно наткнулись местные охотники. Напомню, почти 4 месяца следователи и волонтеры занимались поисками пропавшего. Владимир Санков исчез 26 декабря 2015 года. По словам родственников, он уехал со своим знакомым, но домой так и не вернулся. Их видели друзья. Девочки какие-то, их видели в Октябрьске, в районе там 10 вечера. Они катались по Октябрьску, потом в районе 2 часов ночи он отправил Данияр. Данияр высадил его недалеко от дома. Как сегодня сообщили в региональном следственном комитете, о причинах смерти и о том, носит ли гибель 17-летнего оренбуржца криминальный характер, можно будет говорить после проведения судебно-медицинской экспертизы. Сегодня в Ленинском суде начались заседания по резонансному делу о столкновении лодок. Напомню, трагедия на реке унесла жизнь одного человека и оставила инвалидом другого. В августе 2014-го на Урале, вблизи пешеходного моста, моторная лодка на высокой скорости налетела на резиновую. В воде оказались трое пострадавших, один из них утонул. Расследование ЧП длилось 1,5 года. И вот сегодня состоялось первое судебное заседание, на котором встретились потерпевшие и обвиняемый владелец моторки. Мнение
обвинения и доводы сторон о трагедии выслушал Виталий Сапожников. Субботний день 9 августа 2014-го выдался жарким, и трое друзей – Лев Шмыгарев, Игорь Погожев и Сергей Захаров – решили сплавиться по Уралу на надувной лодке. По пути делали остановки, жарили шашлык, выпивали. Мы выпивали, да, спиртные напитки в этот день и отдыхали. Но на сам момент столкновения, 22:00, я считаю, что уж все были уже трезвыми. Потому что никаких внешних видимых признаков алкогольного опьянения никто не показывал, все держались ровно, не спали. Около 12 ночи трое в лодке добрались до участка реки в районе пешеходного моста, двигались по своей разрешенной стороне водоема. Уже стемнело, когда из мрака вдруг выскочила металлическая казанка и на полном ходу протаранила резиновую лодку. Моторная лодка, скорее всего, судя потом и по следам на лодке, которую я видел, прошла от носа до конца нашей лодки, то есть фактически проехала по нам. За рулем казанки находился Сергей Борисов. Он утверждает, резиновую лодку заметить никак не мог. Дескать, темно было, да и в принципе не ожидал, что на пути может возникнуть такое препятствие. А вот почему не увидели его, непонятно. Все было освещено. На лодке есть такие специальные, как они, ходовые огни. Правый, левый, чем различаются берега. То есть, если кто-то их не видел, это чисто их проблем, не моя. Это раз. Во-вторых, я могу сказать, что есть закон, который гласит о том, что резиновые лодки ночью, неважно, есть освещение, нет освещения, запрещено быть на воде. Ее не видно на воде. Тем не менее, из свидетелей Сергей Борисов превратился в обвиняемого. После полуторагодичного расследования там отдела легли на стол прокурора. Не уменьшая скорость движения моторной лодки для предотвращения непосредственно угрожающей опасности жизни Шмыгарева и пассажирам Захарову и Погожеву, допустил встречное столкновение с управляемой Шмыгаревым резиновой моторной лодкой, впоследствии перелетев ее. После практически лобового столкновения Игорь Погожев потерял сознание и утонул в реке, а Лев Шмыгарев остался инвалидом. Предполагаемый виновник Сергей Борисов с родственниками пострадавших ни разу не встретился. Как бы я тоже пострадавший на тот момент был, если я был свидетелем. Со мной тоже никто не шел на встречу. Я тоже обращался в больницу, у меня тоже были травмы. То же самое. У меня пошла аритмия сердца. Им плевать на мое здоровье. Почему я должен о них здоровье беспокоиться? Судебное разбирательство сегодня только началось. Суду предстоит досконально разобрать каждую минуту до и после столкновения. Родственники пострадавших в речной трагедии намерены требовать для виновного максимального наказания. Ну, исходя из наших законов, я прошу самый строгий, по возможности, какой есть. Виталий Сапожников, Станислав Доминов. «Наше время». Оренбуржцы рассказали, о чем хотят спросить Владимира Путина. Прямая линия с президентом страны пройдет уже завтра. Уже поступило более 500 000 обращений со всей России. Какой вопрос задали бы оренбуржцы Путину, что волнует жителей нашего города, сегодня поинтересовались мои коллеги. Когда увеличится в России зарплата, особенно в Оренбургской области? Потому что столько лет прошло уже, и зарплаты... Цены возросли несколько раз, а зарплаты остались на том же уровне. Как людям жить дальше? Цены растут. Бензин сейчас на продукты повысили. Обычно у нас в зиме это все осенью происходит, а тут уже весной начали. Трудно людям жить. Когда дороги будет делать? Пусть проездит по этим дорогам, по этим ямам. Будет ему удобно или нет? То, что многодетным семьям не выделяют жилье, хотя у нас ребенок инвалид. Мы стоим по очереди, уже нам 3 года ничего не дают. Когда он будет давать помощь не только Сирии, Украине, нашим там этим всем республикам, но и к нам хотя бы повернется, к пенсионерам. Ничего не хотел бы спросить. Потому что все это бесполезно. Да у меня вроде все есть. И Путиным я доволен. А в жизни мир, чтобы был. Больше ничего, больше не надо. И добавлю, что в прошлом году Путину задали свыше 3 000 000 вопросов. За 4 часа прямого эфира он успел ответить лишь на 55 из них. Детский отдых в этом году подорожал примерно от 500 до 1000 рублей. Стоимость путевки в оздоровительные лагеря в среднем увеличилась на 4-5%. Изменились не только цены, но и подходы к оздоровительной кампании. О них сегодня говорили на семинаре, организованном Министерством социального развития области. Что нового ждет оренбургских школьников этим летом, узнала Екатерина Волкова.
проверить все качели, карусели, ворот футбольные и так далее. Поручений много, не меньше предстоит и работа. Ведь до начала первых заездов в оздоровительные лагеря осталось чуть больше месяца. Большое внимание пожарной безопасности и состоянию зданий, в которых будут жить дети. Наши лагеря и санаторного направления, и просто летний отдых, оздоровление, в которых проходит у детей, то есть они на должном уровне. Традиционная поддержка идет финансовая на ремонты этих лагерей. Порядка 100 миллионов в этом году также будет выделено. Планируется, что за летнюю кампанию отдохнут 200 тысяч детей. Правда, средняя стоимость путевки возрастет. Цена зависит и от типа учреждения. В оздоровительных лагерях она составит почти 600 рублей в сутки и около 1000 в санаториях. При этом компенсация остается. Она зависит от доходов семьи. Если она не превышает 1,5 прожиточных минимума, государственная поддержка будет 100%. Мы возвращаемся к софинансированию с федерального бюджета. Мы все знаем, что в прошлом году мы 85 миллионов недополучили, но писали, обращались в правительство, в Госдуму, в министерство. Нас услышали. Мы получим порядка, может быть, там 70-80 миллионов. Оренбуржцы в этом году продолжат осваивать Черноморское побережье. Туда отправятся талантливые и одаренные дети. Окунуться в Черное море в этом году смогут 940 ребят. Некоторые из них попадут на отдых в знаменитый Артек. В целом на оздоровительную кампанию направят более 900 миллионов рублей. Заявки от желающих отдохнуть в детских лагерях закончили принимать еще в декабре. Ну а тех, кто не успел, специалисты просят не расстраиваться. Их дети будут приняты в порядке очереди. Екатерина Волкова, Владимир Семенов, Виктор Горшенев. Наше время. В Соль-Илецке в ДТП погибли 2 человека. Сегодня утром в дежурную часть районного отдела полиции поступило сообщение. Местный таксист рассказал, что на улице Вокзальной находится автомобиль «Калина», врезавшийся в КАМАЗ. Прибывшие на место полицейские обнаружили в машине тела 2 человек, которые, по всей видимости, погибли на месте. Подробности ДТП сейчас выясняют правоохранители. Другое дорожное происшествие, произошедшее уже в Оренбурге, по счастливой случайности обошлось без жертв. Авария случилась накануне около 11 часов вечера на автомобильном мосту через Урал по улице Донгусской. По словам очевидцев, отечественная 12-я врезалась в УАЗ, который вылетел на встречную полосу и в итоге оказался на крыше 15-й. Водителей пострадавших машин с травмами госпитализировали. Еще 2 участникам ДТП медики оказали помощь на месте. В Оренбурге сегодня полицейские задержали жительницу Акбулака, которая ездит попрошайничать в областной центр. Молодая женщина каждый день проделывает путь длиной больше 100 километров, чтобы ходить по улицам города с протянутой рукой. И так 15 лет подряд, как на работу. На газельке сюда, утром, а вечером. И сколько в день получается? 700, 800, 900 есть ставки с утра до вечера. Тяжело же. Ну а что делать, если тяжело? Жить так надо, кушать-то надо. Попрошайничает молодая женщина в основном на перекрестке улицы Шевченко и проспекта Победы. Говорит, там всегда много машин, да и неплохо подают. А в родном Акбулаке просить милостыню ей неудобно, она не решается. Говорит, там много знакомых. Лучше вот так пойти, правильно, чем убивать или воровать, чтобы тюрьму уже посадили. А так пойду, наберу. Не наберу, не наберу, то и то хорошо. Спасибо, что еще так дают люди. Молодая попрошайка клянется, что все деньги тратит на маленьких детей. Их у нее 2, которые сидят с бабушкой и дедушкой. Однако разжалобить полицейских у женщины не получилось. На нее составили протокол. Ответственность за данное административное правонарушение предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей. Полицейские обещают, что попрошайничать жительница Акбулака больше не позволят, но у самой цыганки другие планы. Молодая женщина планирует перебраться на центральный рынок, мол, там стражи порядка, как родные, не трогают попрошаек. Как установка новых окон обернулась головной болью. Пенсионерка из Оренбурга больше месяца ждет своей покупки. 9 марта представители компании «Двери» пришли к ней с предложением установить пластиковые окна. Обещали рассрочку и даже скидку, а кроме того, оперативно все сделать за 2 недели. Пожилая женщина согласилась, оформила кредит, но специалисты фирмы к ней до сих пор не спешат. Теперь она уверена, ее попросту обманули, тем более, что в расторжении договора ей отказали. Ольга Патрушева выясняла, законно ли это. Нашим окнам больше 20 лет. Все уже валится, ломается.
уже все старое. Нина Григорьевна несколько последних лет мечтала сменить окна на лоджии, но денег на это особых не было. 9 марта вспоминает, будто кто-то услышал о ее желании. На пороге появились двое с предложением установить новые пластиковые окна. Прям вот нагло залезли, чуть не в рот. И все понаписали, все. Я только, человек неопытный в этом смысле. И на все согласилась. Ну а кто бы не согласился, молодые люди обещали рассрочку, скидки и установку уже через 2 недели. Радостная Нина Григорьевна собралась и поехала подписывать договор. Но неожиданная рассрочка превратилась в кредит, а изначальная цена выросла на 10 тысяч. Уже после сказали, что это не рассрочка, а кредит, потому что возраст большой. Пришлось... Уже подписано все. Когда договор взяли в руки родственники, ахнули. Почти 50 тысяч рублей им придется отдать компании двери в течение года. Сумма для их бюджета существенная. Да и заказать в иной фирме стало бы раза в 2 дешевле. Мы пошли и решили отказаться. Они сказали, у нас уже замеры сделаны, мы уже все заказали, и мы уже не можем отказаться. Вчера дочь Нины Григорьевны отнесла в банк первый платеж. Между тем, окна до сих пор не установлены. Компания «Двери» постоянно переносит сроки и кормит обещаниями. Что делать в этой ситуации, пенсионерка не знает. Мама еще советскими временами живет, думает, что никто никого не обманывает. И... когда стали смотреть, оказывается, расписалась уже в получении. И не написано, что это балконные рамы или лоджия. Просто пластиковая конструкция. Мы попросили адвоката взглянуть на договор, и он нашел там массу нарушений. Конечно, пенсионерка сама виновата, что подписала документ не глядя, но договор однозначно можно расторгнуть. Сроки у нас там, во-первых, не указаны, не указан чертеж. Я думаю, что в нашем случае написать претензии в 2 экземплярах, один экземпляр заверить, представить именно в компанию, которая производит окна, на втором поставить у себя отметку и требовать расторжения договора и возврата денежных средств, которых оплаченных, то есть у нас было авансирование, и тех денежных средств, которые они платили уже по кредиту. Ольга Патрушева, Вадим Нечаев. Наше время. Почему договор составлен с нарушениями, почему директор отказывается его расторгать? Комментарии от компании «Двери» мы пытались получить, но главы фирмы целый день не было на рабочем месте. Будем следить за этой ситуацией. И добавлю, что обратите внимание на свои проблемы, которые не удается решить самостоятельно. Можете и вы, наши корреспонденты, постараются разобраться в ситуации. Телефон редакции 310462. У налоговиков горячая пора. Жители Оренбурга атакуют налоговую службу, чтобы успеть отчитаться перед государством о проданном в прошлом году движимом и недвижимом имуществе. Крайний срок подачи налоговой декларации, замечу, традиционно 30 апреля, но из-за праздников в этом году он продлен до 4 мая. Работаю в государственном учреждении, приходится отпрашиваться с работы. Ну вот небольшая очередь, тут посидела в очереди. Приходится отпрашиваться и сдавать декларации. Чтобы не отпрашиваться с работы и уж тем более не сидеть в очереди, а в апреле только инспекция по центральному району Оренбурга принимает до 170 человек, налоговики рекомендуют подавать налоговую декларацию через интернет. Гражданину нужно появиться в любой налоговый орган, вне зависимости от места его проживания, для того, чтобы получить регистрационную карту, получить логин-пароль и с удовольствием воспользоваться личным кабинетом налогоплательщиков для физического лица. Как завести личный кабинет, а также получить ответы на свои вопросы, оренбуржцы могут на днях открытых дверей. Они пройдут в налоговой службе 15 и 16 апреля. В эти дни будет продлен рабочий день у налоговых инспекций, и все желающие получат полную информацию о порядке представления налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц, о правах и обязанностях. Золотой кит все ближе. Ровно 2 дня остается до церемонии вручения премии «Люди года». Напомним, это событие инициировано городским бизнес-сообществом для того, чтобы публично отметить достижения предприятий, компаний и персон. На сегодняшний день в каждой номинации осталась лишь 3 претендентов. Екатерина Киселева продолжает знакомить вас с проектами, которым, возможно, уже в эту пятницу будут аплодировать стоя. Ради тех, кто подарил нам победу, объединились 12 тысяч жителей Оренбуржья и вместе вспомнили дедов и прадедов. Тех, кто до этого светлого дня не дожил. С портретами фронтовиков они шли по улицам, улочкам, проспектам и площадям. Акция «Бессмертный полк» стала не только самой масштабной, но и самой трогательной и самой нужной.
Это не просто лагерь. Попытка помочь приемным детям избавиться от страшного прошлого. Я пошла за девушку заступаться, а он мне в нос дал. Такую необычную смену организовал фонд «Сохраняй жизнь». Два десятка родителей с приемными детьми на базе отдыха в Ташле смогли не только озвучить все проблемы, с которыми им ежедневно приходится сталкиваться, но и совершенно бесплатно получить помощь психологов и опытных педагогов. В том году мандраж больше был. В этом году, я думаю, полегче. Фигуры крупного бизнеса и те, кого мы привыкли видеть на арене политической, снова вышли на сцену. Снова ради благой цели. На этот раз всем миром собирали на отдых деток из коррекционных школ. Публику развлекали аж три Мэри Поппинс. Образ леди совершенства примерили Вера Баширова, Наталья Бравко и Милана Левченко. Изумительный, обаятельный. Этот обаятельный лев тоже имеет виды на кита. Точнее, не он, а международный кинофестиваль «Восток-Запад», который Оренбуржье принимало в восьмой раз. За неделю киноманы успели увидеть 60 фильмов, а самые активные пообщались и с самими звездами. Их приехало аж 80 человек. На ковровой дорожке были замечены Кирилл Плетнев, Анатолий Журавлев, Владимир Долинский, Аглая Тарасова. Меню из кинолент и радовало, и удивляло. Он любим оренбуржьем, да и Оренбуржье ему вроде как тоже не чуждо. Хотя на «Золотого кита» претендует не сам Денис, а его сезоны. Ведь именно этот проект дает возможность даже жителям из далекой глубинки услышать маэстро. Кроме того, самый известный пианист мира шествует над юными звездочками нашего края. А еще с его легкой и талантливой руки в местных домах культуры появляются новенькие рояли. Главный символ нашего края ежегодно объединяет вокруг себя тысячи человек, причем даже из ближнего зарубежья. В прошлом году празднование межрегионального фестиваля народного творчества «Оренбургский пуховый платок» на областном уровне закрепили указом губернатора. Специально к торжеству оренбургские пуховязальщицы создали платок необъятных размеров, который стал подарком городу и его жителям. Побольше мы его растянули, конечно, это было непередаваемое ощущение. Золотой кит запросто может достаться футбольному клубу «Газовик» и стать наградой за успешный сезон. Ведь в прошлом году оренбургская команда впервые в истории вышла в полуфинал Кубка России, оставив позади клубы премьер-лиги «Арсенал» и «Терек». Оренбургские дзюдоисты завоевали две награды. Бронзовыми призерами Кубка Европы стали Егор Цветков и Антон Поляков. На награду претендует, конечно, не этот факт, а сам Кубок Европы по дзюдо, который Оренбург принимал уже в пятый раз. В нем приняли участие более 300 спортсменов из Австрии, Белоруссии, Великобритании, Франции, Испании. Надо сказать, оренбуржцы не ударили в грязь лицом, не только достойно встретили гостей, но и дали им достойный отпор, отвоевав золото и серебро. Фантастический матч и день, и я надеюсь, что все очень рады за нас. Среди футболистов и дзюдоистов в тройке лидеров, конечно, еще и теннисисты. «Факел Газпрома» – сильнейший клуб настольного тенниса в мире. В прошлом году он вышел в полуфинал Лиги европейских чемпионов. Команда уже выигрывала этот престижный турнир прежде. И в этот раз выступила блестяще. Так что экспертам придется крепко подумать, куда же в итоге плыть золотому киту. Оренбургская школьница прошла в полуфинал музыкального конкурса «Новая волна». Еве Сукмановой удалось попасть в двадцатку лучших. Победителя выберут в это воскресенье в Москве. Кроме того, уже в сентябре девочка примет участие в популярном российском конкурсе «Голос дети». С талантливой оренбурженкой пообщался Иван Бер. Рождение, так сказать, нашего оренбургского таланта, как это чаще всего бывает, произошло совершенно случайно. 3 года назад 6-летняя Ева смотрела по телевизору самый популярный музыкальный конкурс планеты. Я увидела Евровидение и сказала, я тоже туда хочу. И мама дала меня на пение. На вокал в «Щелкунчик». С тех пор, год за годом, благодаря опытным педагогам театра «Щелкунчик», вокальные способности Евы только росли. И в итоге она приняла участие сразу в двух самых известных музыкальных конкурсах России, выйдя в четвертьфинал. Из 5000 заявленных участников она вошла в 100 самых лучших. Было не страшно. Ну, я знала, что это всего лишь репетиция. Ты должна стараться, не то что на генеральной репетиции, но там тоже надо стараться. И там ты знаешь, что тебе надо выложиться на 100%, чтобы к тебе повернулись. Десятки, может быть, сотни даже заявок было только с Оренбурга, с области, соответственно, еще больше. Ева попала в четвертьфинал, было 102 участника, притом с города Оренбурга было 3 девочки, все занимаются в «Щелкунчике», а остальные со всей России. Уже в это воскресенье юная оренбурженка примет участие в четвертьфинале конкурса Игоря Крутого «Новая волна» в Москве. По итогам отборочного тура она вошла в двадцатку заявленных участников с песней Анны Герман «А он мне нравится».
я больше не буду там проходить всякие кастинги. Я сразу сниму профайл и уже буду петь в 4-м сезоне «Голос дети». По словам Евы, она не волнуется и обязательно постарается победить. Пусть победит сильнейший, потому что конкурс это не очень легкий, «Голос дети» был легче. И если я, так сказать, не одержу победу, то я не расстроюсь. Можно прийти дальше на 2017 год. Иван Бер, Виктор Горшенев, «Наше время». В поселке Пригородное прошел ежегодный турнир по хоккею среди сельских команд на призы компании «Газпромнефть Оренбург». На этот раз в соревнованиях «Спорт во дворе» приняли участие 3 детских коллектива. За ледовыми баталиями наблюдали наши корреспонденты. Звенит в ушах лихая музыка атаки. Юным хоккеистам из 3 районов области вновь предстоит выяснить, кто лучше. Ежегодный турнир, организованный по инициативе «Газпромнефть Оренбург», собрал под своими знаменами спортсменов из Оренбурга, Переволоцка и Новосергиевки. Самая главная традиция – это вот хорошее настроение, то, что ребятам есть такая возможность между собой поиграть, не просто так, а в рамках, вот, скажем, нашего мероприятия, в рамках программы «Родные города», вот, и получить денежный приз. То есть за первое место мы платим 50 тысяч рублей, за второе 30 тысяч рублей и за третье место 20 тысяч рублей. Это пойдет на развитие команды. Но не только призы гонят этих ребят вперед в атаку. Настоящий ледовый кураж и жажда победы любой ценой – таковы традиции турнира. А уж поднять над головой заветный кубок – пожалуй, мечта каждого начинающего спортсмена. Любое соревнование – это важный момент в воспитании подрастающего поколения, если говорить о детях, их воспитании. Особенно сегодня важно патриотическое воспитание. Подобными праздниками компания «Газпромнефть Оренбург» радует жителей области регулярно. Причем это не только спортивные соревнования, но и другие не менее важные социальные мероприятия. «Газпромнефть» ежегодно выделяет денежные средства на вот именно социальные программы. Это и ремонты школ, строительство детских площадок, ремонты детских садов, проведение вот таких замечательных турниров. Четвертый год вот наши районы соревнуются. В итоге первое место досталось хоккеистам из Оренбургского района. Вторыми стали новосергиевцы, бронзовыми призерами соревнований – команда из Переволоцкого. Спортсмены набрались мастерства и опыта и ожидают следующих соревнований, а зрители получили позитивные эмоции от игры. Виталий Сапожников, Вадим Нечаев, «Наше время». Таким был этот день. Напоминаем, что все выпуски программы «Наше время», другие актуальные новости, а также объявления, в том числе о трудоустройстве на работу, вы всегда можете посмотреть в удобное для вас время на сайте 56mv.ru или же телеканал регион.ру. Всем приятного вечера и до встречи! Компания «Промкомплект» предлагает насосы, задвижки и клапаны, фланцы, отводы, вентили, термометры и манометры, люки канализационные, вентиляторы. «Промкомплект» – все для бесперебойной работы промышленных предприятий, качественно и по разумным ценам. «Промкомплект», Монтажников 1, телефон 75 15 85.